Я надеюсь, что этот ужасный конфликт не перерастет в войну. Я думаю, что просто что случится на геополитической арене в связи с этим конфликтом между Соединенными Штатами и Россией, это произойдет какой-то раскол, который уже, в принципе, он уже произошел, уже поздно как бы пить боржоми, да, когда печень развалилась. То есть санкции уже вступили в свое действие. И Россия сейчас, она ведет геополитическую политику, ориентированную на Китай, на Тихоокеанский мир, на Африку, то есть на Южную Америку, на сотрудничество с другими странами, не со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами, потому что я знаю, что Россия уже последние несколько лет развивала свои отношения с Тихоокеанским Союзом, да, намного больше, чем она развивала свои взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Просто у нас мир расколется на две части, будет биполярным, вот что произойдет. Я надеюсь, что эта война не будет горячей войной, она, скорее всего, так и останется холодной войной, соответственно, противостоянием двух миров. Европы и Америки, и России, и Азии, и Тихоокеанского союза.